Отлично! Ну чё, бать, как я смотрюсь, красиво? Пап, пап, завтра у нас в школе будет чемпионат по футболу. И что, Арсений? Пап, сейчас у меня тренировка в школе, а сегодня потренируешься со мной вечером? О, Арсений, Арсений, можно я с тобой потренируюсь, а? Хочешь? Ты хочешь со мной потренироваться? Эй, Шерлок! Хочу! Нет, Шерлок, ну ты же не умеешь в футбол играть! Это кто не умеет? Кто тебе такое сказал? Ладно, я пошел! Эй, ну Арсений, ну! Возьми меня с собой! У тебя такой мяч классный, а у меня нету! Эй, слышь, давай! Бери меня с собой и все тут, а! Я буду самым лучшим футболистом в вашей команде! Все, Шерлок, нет! Сидеть! Чемпионат для людей! А я пошел! Вот ты, Арсений, пошел он. Бать, слышь, бать, а? Что уже случилось, а? Че ты батькаешь? Бать, тут такая проблема. Арсений не хочет меня брать на чемпионат по футболу. Я же лучший футболист во дворе. Слушай, Шерлок, ну, чемпионат для людей. Арсений тебе все правильно сказал. И че, хоть сказать мне нельзя? Ну и че ты обижаешься, а? Ну что ты хочешь, Шерлок? Ну все, че хочу. Понятно, че хочу. Играть хочу. Хочу, чтобы ты меня потренировал. Ты знаешь, я очень хороший футболист. И правой бью, и левой бью, и с подката. А бегаю как быстро. Бегаешь быстро, не спорю. Слушай, так ты же его уже прокусывал хорошо один раз, а? Арсению новый покупали. Что на это скажешь? А ну ты вспомнишь прошлогодний снег. Ну, ну что тут сказать? Ну, маленький, глупый был. Ну, признаю, виновен, да. Я что думал, это мясо. Я ж не понимал, что это мяч. Ну прости уже, а. Ну больше не буду, ну честно говорю. Ну, так я хочу играть в футбол. Никто меня не хочет брать и тренировать. Слышь, бать, ну ты давай, ну. Ты ж хороший чел, а. Ты потренируешь и уговоришь потом Арсения, что я самый лучший. И в их команде буду самый лучший, а. Арсений мяч у нас единственный забрал. Чем мы с тобой тренироваться будем, а? Как забрал? Ах, этот Арсений последний забрал. Вот его. Ну ладно, так думай, что же можно взять вместо мяча. О, мне кажется, в голову идея стукнула. Побежал-ка я. Так, здесь похоже на мяч ничего нету, здесь тоже нету. О, может там? Там нету, да? Что такое? Где же мяч? И здесь... О, там есть, там точно есть. Опа, ну-ка, ну-ка. О, а вот, косточка походу подойдет. Она хорошо летает, прыгает, скользит, прям как мяч. Так вот ее мы и возьмем. Слышь, бать, я нашел мяч нам, а? Беги сюда. А ты посмотри, как можно финты делать. Вот так и готово. Слышь, бать, давай, тренируй меня. Ты видел, как я финты учился делать? А если ты мне поможешь, то я еще круче буду играть. С косточкой? А че, что хуже, чем мяч? Да нормально будет, давай, бать. Да? И что, ты сейчас за ней прям ломанешься? А че, могу? Давай проверим, давай, давай. Ну давай раз, проверим. Два, три. Ну все, я побежал. Ну че, бать, быстро, быстро я бегу, а? Быстрее, чем ты бегаешь, ты вон только прибежал. Ну ты быстрый, тебя попробуй догони, а? Ты прямо это, с тобой в регби надо играть, а? Да не а в регби, да, обычный футбол. Мяч, 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 давай, давай, давай. Мяч надо что делать? Брать. Давай, раз, два, три, кто быстрее? Ой, бать, тебе еще учиться и учиться, я-то круче, чем ты. Шустрый какой, а? Быстрее меня. Шерлок, ух ты. А ну отдай, отдай. Это называется в руки взять. В пасть. Нету такого в футболе, Шерлок. Я дам никому. Сейчас мои финты вот так. Так ты мне не даешь ногой ударить. Чик, чик. А ты? Ну что, я крут, да? Ты просто отобрать не можешь. Так, так, вот так я у тебя понял. На раз-два вокруг пальца обвел тебя. А ты не умеешь. Круче тебя играю, бать. Шерлок, Шерлок хороший. Бать, это не тебе меня тренировать надо. Бать, это я тебя уже тренировать должен. Эй, Шерлок, отдай, отдай. Опа, достал вот так, ха-ха. Эй, не догонишь, не достанешь, не отдам. Ну не отдам.
Вот, бать, смотри, сейчас я финты отработаю. Вот так лапкой, так, так, так. Ха, тебя обошел вот так. Не смог забрать. Оп, я первый, ха-ха, я первый. Не достал, не достал, вот так. Да дай ты мне мяч. Эх ты. Ну ты даешь, пацан. А в руки нельзя брать. Это не по правилам. Ты что, бать, запыхался? Бегаешь ты хорошо, у меня уже дыхалка. Все, не справляется дыхалка. Да, тебе, бать, до меня, походу, далеко. Давай дальше играть, а? Может, она пахнет чем? Че ты как угорел-то за ней носишься? Да я просто футболист классный, тренируюсь отдать. Давай, а пас ты... отработаем. Давай. Давай твои пасы. Беги туда. Шерлок. Давай, пас. Вперед. А теперь давай, давай твои финты отработаем, как ты любишь, а? Финты, винты. Ну давай, в этом я мастер. Ну что, давай, хоп, хоп, хоп. Как ты забираешь, как? А? Оп, оп. Вот ты какой. Оп, оп, оп. Вот ты, бать. Ну смотри, раз, оп, два, три. Сейчас оп, заберу. Оп, оп, давай отрабатываем. Хоп, хоп, хоп. Маневры, хоп, хоп. Под тобой, а если под тобой? Оп, оп. Ну ты быстрый. Ага, хоп, 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 хоп. Оп, оп. Шустрый ты, Шерлок, а? Это все, бать, сделал! Забрал! Ну что, бать, я в финтах круто, а? Не отдам тебе ничего, не отдам! А ты забрал! Ну что, заберу я у тебя, смотри, раз, два, три и готово! Оп, понятно! Вот я молодец! Итак, бать, скажешь, Арсений, что я крутой футболист? То я должен быть командиром в их не команде, а, бать? Вот ты забрал. Запрещенный прием тебе применил, Шерлок. Ладно, хорошо играешь, на. Ну так что, Арсению скажешь, что я буду в их команде командиром, а? Ну скажу, скажу. Может, хоть на лавку запасных каких тебя запасных? Возьмут, а, Шерлок? Я главный должен быть. Хороший ты, Шерлок, нападающий. Тебе бы форму нападающего, слушай. Да, форма мне бы не помешала. Тогда бы все девчонки мои были, как бы увидели меня в форме футболиста. Я ж, бать, какой защитник. Ха-ха, это да, тут бесспорно, Шерлок. Слушай, подожди. Че там, бать, че там ты ищешь, а? Что там, батя, что? Ё-моё, где то ж... О! Это чё? Шерлок, смотри! Это чё, форма? Неймар, нападающий. Прям как я! Так, бать, это моя форма! Пари Сен-Жермен! Вот это я крутой пацан! Смотри, Неймар, знаешь такого? Ну, конечно, знает! Ты что, это ж крутейший нападающий. Но немножко хуже, чем я. Ну что, бать, давай примеряй меня уже. Давай померяем. Это так, ой, какая она красивая, синенькая. Так, одну лапу, сейчас надо вторую лапу засунуть. И все, и будет готово. Так, ну-ка, лапа, залазь. Отлично. Ну что, бать, как я смотрюсь, красиво? Вот что, посмотрите, я Неймар, вот это я крутой Неймар, батя. Да я сам, Шерлок, в шоке просто. Капец. Смотрю, насмотреться, слушай, на тебя не могу. Ну все, точно, батя. Арсень теперь будет на скамейке запасных, а я буду командиром на поле. Буду их там вытягивать из их ямы. Ну что, братаны, я беру свой мячик и надо идти. Ну а вы, блин, на канале Брошел Пэт. Если вам понравился мой видео, ставим лайки. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну что, мои дорогие, пока-пока!